Немного о яйцах. Есть у нас такая фирма, называется Муна Лиза. Муна значит яйцо, то есть получается такая яичная Лиза или яйца Лиза, как кому угодно. Они где-то на южных хуторах в Эстонии производят свои яйца. Вот. Открываем, значит, коробочку. Яиц тут нет, мы их сегодня все съели на завтрак, но не в них дело. Посмотрим на саму коробочку. И здесь у нас изображено, как написано, уникальная экосистема Муны Лизы. Значит, смотрим. Сначала курочка ест, затем курочка какает, затем из каки получаются удобрения, потом на поле вырастает зерно, затем из зерна получается еда, ну и дальше пошли снова по кругу. Курочка ест, курочка какает, получается удобрение, вырастает зерно, и вот такой вот у нас получается круговорот куриной каки в природе. Если подумать, Ваня, вся наша жизнь из дерьма произрастает и в дерьмо потом уходит. Это в каком же смысле? Происходит круговорот дерьма в природе. Ну как? Вкусно. Вкусно, да?